Друзья, всем привет! Вы на канале Toys Kyiv. Сегодня у нас на обзоре поезд фирмы Автопром. Он инерционный. Вот так вот выглядит. В чем крутость, да, что у него открываются вот двери. То есть можно посмотреть, что внутри. Он инерционный. И самое, что интересно, мне очень понравились кнопочки сверху. А именно звук, который создает этот поезд. Фонарики тоже светятся. Очень неплохой вариант. Ссылочку оставлю в описании. Мы на него дадим самую низкую цену. Будут вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.